15к. Это типа минус все шмотки же. Правее, принимаем, ну, вот эти колсагрите. Все, славян, поделишь? Первая, вторая пати туда. Здесь остается Ник Дейлон. Ну, нормально, наверное. Еще Настя туда. Потом Шаманищер тоже туда. А мини купер здесь, дерево, депонатор здесь. На бафните не делала. Ой, а кто у нас тут из танков? Ник Дейлон. Не, там Химура же. Ну, кого? Химура второй команде, но Дейлон, по идее, первый. Да просто... Ой, что такое? Не понравилось? Ну, там оно без дырок. Ну давай сюда, быстрее мне нажми. Все. Так, я пока шмот попылю, тут хил есть. Да. Ну, у кого-то кристалл в пропасти, оказывается, много. В ГБ? Не у меня. У меня их ноль. Ха-ха, слышь, так а что ты так? Я только сейчас понял, как у тебя должность называется правильно. О. Каптёр, ёпты. Что? Это армейская такая. Настя, я тебе, кстати, потом риги дам, чтоб ты положила там нужные ячейки. Не хочу в первую, вторую ложить. А чё, у тебя до сих пор нет доступа? Вон, войду жалуйтесь. Да нет, а то у я... меня. Я устала. Блин, надо еще последнюю ячейку почистить, а то места нету. Вот. Слава, ты зачислял мне пешки? Да, да. Ну, теперь сама буду ложить. Но чистить будешь ты. Не-не, так не работает. Так ты... работает. Ой, нет, ты помимо того, что казначей назначил, там мудрецы не могут, вообще не имеют доступа к последним двум ячейкам. Подай им возможность, бля, вкладывать. А что мудрецы у нас хотят вкладывать?
Вот Роланда была мудрецом, а вкладывать не могла. Ну теперь может. Ну другие тоже не могут, блин. Кто, кто хочет? Что вы хотите вкладывать? Я даже на первый двух брать не могу. Там они, блядь, эти ячейки забиты, что там вкладывать? Там только эти... А вклады накопительные? Ну, я там, этот, почищу как-нибудь, не знаю, что они сделали. Нам нужна еще одна ячейка. Да я думаю свою освободить как-то, но пока не могу собраться. Там нам нужна ячейка второй статик, которая называется, мы туда будем складывать чисто наш мирок. Нет, надо назвать его ячейка Настя. У тебя вон своя личная есть. Нет, своя личная. Это все ваше. Ну как ваше? Я вам чарки буду готовить потом быка. Господи, войско туда побежало. Кто побежал? Войско к нам побежало. Придержите на пол сейчас, придержите. Оттяните обратно чуть-чуть. Сейчас смотрите, большая пачка будет, сейчас отправим на пульник. Оттяните обратно пачку на хилов иду. Ого. Не бери. А чё вы там умерли? Вторая комната упала практически вся. Залились сильно походу. Что, мне хилить или ложимся? Хиль. Да хиль 10 секунд еще, фаза вторая будет. Стопните в этой комнате. А, тут уже все. Короче, живите там, Настя, не врони. Войско отдайте. Денис, бабу. Вас, войско. Все, смотри, сдохли все. Идите сюда все в квадрат, быстрее. Похуй на босса, надо трэш залить. А, он идет уже к нам. Дай, может, БР ему сдать. У меня хантер, поднимите Бегвара. Химуру Берн, Химуру Берн. Кошкомурку Берну. Не нужен Химура, зачем Химура, когда нужны ДД? След с дерева, ты отдал бы или нет? След с дерева, друид. Отдай по Бегвару. Все, сразу баф дали, кулак, каски. То, по кому, кто встал. Ну пиздец, все, что? Ч, блядь, роняете? Привет, кто сдох. Шам, поставь ты там, я ким хожу. Да я уже ставил. А. Кошку там в фильте оверхил. На нее будет торо там сейчас. И у передней сети верху. А когда он перестанет телепортироваться? Таунтите на себя, кто там есть. Не к Дэвон, таунти.
Вообще по кайфу, одну банку, Грасс. Знаешь, фулл мана. Офигеть. Вот бы все боссы так же. Высадись. Ну, если бы Нигера не потянули бы. Достаточно долго, чтобы я успела представиться. Может быть, они облагоразумятся. Там урон на самом-то деле такой же. Ну, мы наносим такой же урон. Поскольку у него стрела бьет. Семка. А, ну близко было, да. 9000, по-моему, было хп сейчас. Все, баф даем сразу, понимаете, баф. Ману залить, ману. Отпиваетесь. Давайте, кто нужен, все, пошли вперед. Мимо нубов. Видно уже пол девятого, мы еще даже ласты не закрыли. Дис, там уже пол холюпала собрал, наверное, да? Ну, а в модах что пишет, устаревшая, нет? Смотрел, у меня все нормально, я неделю назад скачивал. У меня тоже не работает. Типа, вводишь команду, работает, а вот само окно не вылазит. Ну, значит... Так оно не вылазит, потому что я, блядь, ебучий лут не включил, ЕПГП лутмастер. Шо вы ебетесь там? Пускай ебутся. Я могу включить, но там половины новеньких нету его. Дряхлый, приколбаса, боксок, блядь. У них нету, наверное. Коньячивы тоже нету. Да что это есть, типа? Ну, у этих, у приколбаса, боксота, дряхлого есть и ПГТ вот мастер. Да, это как раз говорит о боксотах. Ну, а остальные четыре? У Насти там мама слушает. Материться нельзя, ё ну, понимаю, у актера мама слушает. Я помню, как мы кошку проходили после очередного заявления такого. Уважаемые господа. Чистим весь трэш. Пешком пойдем к следующему, наверное, кварталу. Давай влево перешли сразу, кучнее. Влево перешли. Макс, стопни коней, стопни. Да, сейчас уже делаем. Невосприимчивы они. Назад, 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 только назад. Три пачки, назад, три назад, пачки назад. Только не надо агрить. Все, заебись. Хотя бы две, только тени агрить его. Назад, 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 еще обходим, отходим, отходим, вторых не сами. Давайте коней в первую очередь. Поставил метки вон. Заливайте звезду, потом кружок. Блин, кого-то видно, кого-то нет. Блин. Запулили. Дюпанадар, красавчик. Давайте войско, у кого без КД. Войско, войско, есть у кого-то? Блять, выходите оттуда, там 4 велика вихри крутят. Велики, осторожно. Кружочек теперь после этого выбирайте.
Сейчас, короче, на этом боссе включу лутмастер. Там посмотрю, у кого аддона нет. Пока до следующего босса будут бежать, скачайте аддон. Если там есть ссылка. А что за аддон? Да забей, дадут ссылку, скачаешь. Ну, аж Рылога, кстати, понадобится. Он сразу не встанет или встанет. Реловаться нужно. Да, игру закрыть и открыть. Сейчас кину ГПГП. В флот-гилку кину. Давайте заходим влево сразу все. Смотрите, здесь не забываем, кроме теорит, да, с левой стороны. Куда пойдет на ту сторону кто, правильно, ванлайк, и с ней. Вот кто с ней пойдет? Погоди. Тут есть мега-тактика. Этот. Так, кто у нас там самый бич? Смотря по какому боссу. Коничива по ДПСу самый слакер. Давай его. Пошли Коничива со мной и пан пошли со мной. Кошка, дай на пана СС. Куда идти? Квадратик. Пошли за квадратом по стенке. Настя, ты тут там? Да зачем ты? Постой тут. Короче, Ник Дэйлон, встанешь на Ривендера, вот встань вот на эту кнопку, вот тут этот Коничива, встань сюда, где сова. Все, стой, ждем. Это самое. Ник Дэйлон, встанешь на Ривендера, а Тагариус будешь того, который этот самый Картас, блять. Короче, смотри, когда рейд будет готов. Денис, кинешь диван на Коничиву, встанешь ССом и побежишь к рейду. Сначала мы тебя забафаем, и потом уже будем пулять. Ну, это секунд 10, наверное, надо будет. Давайте на баф поднимаем потихоньку. Долго заходи. Что там, Конишева, просто стоять, да, там, под баблом? Да, только не сними его с себя. Просто стой, жди. Хорошо. Сколько, когда минута будет, скажешь нам. Когда останется на тебе минута. Так, проверка. А где я увижу эту минуту? А, ну, справа, сверху. И в бафах. Ага. Я же был бы хорошо рыбку. Я сама. Этот. Давайте сейчас. Ногу поставим, засидели. Сожрите. А мне надо еще это скачать. Ну, аддон или что-то. Потом. А, окей. Я уже поставил, только релоунуть надо. Так, все. Бахните шер, Владик, бахни шер. Еще раз. Да. Мини-купер, я хантер, были колбас, задрулю. Задрулю я хантер. Да, я. Так, все готовы. Денис, кидай диван и вставай. Иди к нам. Сейчас паладин подбегает, вот этот кружочек, дайте ему бафы. Каски, хуяски, быстренько, кто, вот кулак. Пошли, пуляем. Гера, скажешь, когда? Да, я скажу, сейчас поставим, сразу дашь. Так, вот этот петух, встаем в одну точку все. Давай, Гера. Квадратик, жали все в квадратик. Гера. Хоть бы не ваншот, хоть бы не ваншот, ну то. Бурсты, отдаем, не стесняемся. Добить бы быстрее, а то я сейчас умру.
А нет, все нормально. Я выжил. Теперь второго петуха также до упора херачит. Все, сразу зергаем второго. До трех, до стаков. Нет, до упора, до конца. Как умрет, так и уйдем дальше. Значит, милики, пойдете налево, РДД направо. РДД, когда подойдете, между собой рейндж 12 метров. Набиваем. Вот РДД, значит, где квадрат, а налево туда, в левый дальний угол, идут все милики. Здесь вот, где квадрат бежит, между собой уже рейндж. Хан, немножко чуть подальше пробеги, рейндж слышит. Сразу подбежали, кресты сбиваем. Три стака накопится, меняемся местами. Нужно стоять уже. Год три стака, меняемся. Убийство босса, пишет, никто не дикий. Ой, как лава пришла. Милики, вайпнитесь. Моя жизнь принадлежит мне. Кажется, я гадалка. А я думал, ты да, попросила. Да, не успели отбежать. Начали только отбежать, сразу я иду. Хуя Настя просит. Слушай, я помню, как это этих боссов убивали, когда только, блин, открылся. Блин, такой трешняк был. Я тут кипел. Что-то как-то, наверное, странно это стаки дамажут. 5 стаков 5000, 6, 9, а на 7 уже 27. Геометрическая прогрессия, может быть. Не телепортируется никто. Пешком пойдем. Меня поднять, пожалуйста. Говорил, что от нового пойдет. Не надо, вставай просто на языках. Господи, класс. Так, смотрим, как работает аддон. У всех появилась эта параша? Не, я не релогались на очки. Я никогда не скачал еще. Вас, Химура, Приколбас, Коничива, Дряхлые. Нету аддона. Да. Нету. Надо релогнуться. Сейчас релогнусь, ну, типа, могу релогнуться, нет? Чё, я там скинул его, охладил, скачай. Как релогнуться сейчас можно? Сейчас, не ролите, тогда я, блин, газу. Так, кто это говорил, не ролите? Тряхлый. Там просто друч. И как-то, да. Ты армс или чё? Я в фурах. У меня просто одна пушка за репу, там слабая с черных клинков, и вторая вот, которая упала недавно с паука. Пушка нужна очень. Ну я захожу сейчас, я поставил ей ПГБ.
рукой неправильно стролил, ее переролить надо или что? Я просто никогда не пользуюсь аддоном. Кто, кто? Дерево. Руку забрал, которое. Ну я тебе отдал, ну. Че? На тебе, пуху, дряху. Ребята, ваша Соня, кому еще надо? Телепортируйтесь сюда. Давайте, время идет. Давайте, чему закрывать тогда? Да, мы не телепортируемся, мы через этот зеленую штуку идем. Так, появилось хит на экране. Что это такое, объяснить? Ну, почитай. То, что посредине экрана с кнопками, с самого левого, это значит, что тебе надо пипец как надо, с самого правого, это значит, типа, ну, если уже выкидывать будут, то посредине это промежуточные этапы. Ну, ты за это тратишь свои очки лута на гильдии, если что, если слева само нажимаешь. А, вот как это работает. Я просто впервые с такой системой сталкиваюсь, окей, понял, спасибо. Все, пошли, побежали. Не туда только. Вот за квадратом. Что за психопатия? Какие еще права ему нужны? Нету, конечно, блядь. А то было однажды, там пиздили люди. Хуйню ложили. У меня же есть облик тюленя, блядь. Смотри, как плавает, заебись. Скажи, наконец-то пригодился. Да и кто медленно плавает, блядь, нага быстрее плавает. Ну 60%, кстати, согласен, мало, надо 200 хотя бы. Это ж целая форма. Mm-hmm. Че, давайте футбол, поставьте любых, ну понял. Понял, по-моему, только ей, да? Тагар. А можете сумануть, пожалуйста? Да, да, сумануть. Так, рыбу надо? Да, рыбу поставь, пожалуйста. Спасибо. Ой, ты видел это? Я не умер с пуга. Поставьте ГБ, пожалуйста, один человек. Поставил там рядом с гробиком. Он стоит, по-моему, вон у стены, глянь. Так а ты никогда не умрешь с танком ДК, блядь. Как там с ним умереть, если у него от одной ЛПшки может 10 секунд хуярить? О, Рика, нихуя себе. А, без мата, извиняйте. Да уважаем, что же? Уважаемый господин... А, что-то на... мама отошла уже, да? Все, заебись. Ладно, ребят, давайте время не тратим. Так, по бафам все, всех есть, проверяем. Да блять, и все, у всех есть. Фу, рыбав, дайте. Так, джипаната, что надо тебе? Сейчас, погодите. Мне чарю, сейчас я все забафаю, у меня лити. Спасибо большое. Авентадор, даю. Химора, ты же знаешь, что нежить ложится и руки на груди скрещивает? А ну-ка встань, есть тут нежить какая-то? Ой, у меня знаков нет. Все, я готов. Все готово, готово, все полез. Я кумочком складываюсь, видишь? Так, еще два человека, положи. Все, понесли нас, отлично. Бурстин, давай. Где?
После боя поставлю Дживса. На трэше... Ой, когда он телепортнется... Сагрис трэш. Петом. Блин, я потом это ДБМ включу, то я забыла. Войд, у тебя тоже гнев больше урона носит, чем звездный огонь по этому боссу? Mm-mm. Типа гнев по 14к критует. Прикиньте, пацаны, я уже 9 недель подряд закрыл Накс, и ни одного кинжала не выпало ни с первого, ни с последнего босса. Ведь за те, за которыми я хожу, это вообще трешняк. Да слепи, уже что-нибудь выбьем. Приходи завтра. С первого же босса полутаешь в мод. Я? Мы вроде на одного и ходим. О, хороший план, кстати. Это шутка, если что. А десятка когда будет? Трэш, сагрите вон личинку с этот пета. Да забей на этот трэш, его быстро убить. Ладно. Завтра ульна будет. Приходите, всех приглашаю. Он агрос сбрасывает раз какое-то время в ноль просто, поэтому кого-то может шотнуть. Здесь креветочку, да. Ща, я покажу, какие шмотки падают на тебя. Меня? Ща. Вот у меня такое есть. Так, еще что показывает у меня? Палец, палец. Да. Бег на голову мне лучше. Так, это первый босс. Ну и соответственно вот что надо. Так, второй босс. Ну, какие ну, это скоро планирование на... Херня. Просто, блин, я там сорёшь, нормальный кинжал убивает. Надо это... Это делать как он. Хардмод. Хардмод? Да. Ну, хорошо, хардмод. Мы не знаем, наши люди не знают, что хардмод. Вон, разрушитель, смотри. Ну да, с разрушителя кинжала. Ну, два таких бы выбить, ну. 1.5. Ну, ничего, ничего. Такого. Второй статик будет закрывать на ХМ уже, если что, XT. Да, 100%. Так что знает наша гильда все. Ой-ой-ой. А, мы такие. А мы я за ксиваю появимся. Мы туда не доходим, нам не интересно. Мы на разрушителе, да, сидим. Ну, мы хэм пройдем, потом туда пойдем. Скажите мне, что там наручи с мастерством и меткостью. Вот это тоже 9 неделю говорит. Там наручи... Не главное, давайте сразу, нечего смотреть, давай чистим, и не один. Стоит, я забью, стоит, кому надо, почините. Пиздец. Тебе знаешь, что надо, Гевар? Тебе нужен поезд крафтовый и сапоги крафтовый. Крафтовые, ты видел там такие? Да, стань, ну ты посмотри просто статы, там вот, ну, нет смысла, вот я сейчас насобирал 30 косарей, блин, да, лежит у меня, например, я думал скрафтить, а потом думаю, да какого хрена, блин, там разница минимальная просто, и то, еще толком непонятно, в плюс или в минус, скорее всего даже в минус, если я даже одену и крафтовый этот поезд 226. Ну что у тебя там, может быть шмотки какие-то не такие, сейчас посмотрим. Ну и что вот это, вот как мне понимать?
Вам что, не надо? Вот эти вот абаксот, дряхлый, пиклбаз, вот эту парашу. Не надо метать? Абаксот и метательный. Ну, я бы взял. Абаксота вот такая штука. Сейчас он дряхлый. Это бисовая штука за 3 голны. Саука. То есть вот это вот мне не надо, то что... Упало. Надо, да, надо. Да. Ну, типа, нет. Удивительные люди к нам в гильдию вступают. Блять. Да где все, ёбаный в гриб, сука. Ой, мама хахалывает уже. Как он сказал, ёбаный гриб? Ага, да. Ой, блядь. Кстати, тотем, вы чё, на приколе? Вот тут я, кстати, не знаю, слышишь, этот Авентор, тебе прям надо, ты оденешь эту парашу вместо Т7? Просто у того вара вообще синее говно какое-то. Да, синчик, блядь. Ну давай, может, дырявому отдадим, ой, дряхлому. А, спасибо. Спасибо за дырявого, блядь. Сука, вырвал. Все, похуй, переименовывай, блядь. Я теперь дырявый. Слышь, да, ему дам. Шаман, зачем ты встал? Жересла стояла. Так, ну че, давайте рыбов. Кольцо последнее. А я придумала, Войд. Сумануть, у меня закончились свечки. Были там свечи. Блять, я ошибаюсь. Я поставлю скоро 10 секунд. Вы выбираете, как будто вы там, я не знаю, блять. Это самое. Кандидат, блять, не ответил вовремя, блять, пиздец. В натуре я тоже это прикалываю. Шмотку выбрал, давай там гайды читать. А надо ли мне эта шмотка или нет? Так, меточки. Блин, я открываю инвентарь свой, начинаю смотреть, у меня тут 20 слотов шмота лежит. И пытаюсь найти там кольца, например, вот сейчас на третий слот. Слушай, я умею распределять, давай как-то скооперируемся. На меня потом обидится, а мне ордру не станет. Все, ладно, так, собрались. Баф, отлично. Давайте баф ДЦ, ШП, это кто? А лапку можно тоже? Спасибо. Так. Все знают, да, как бегать? Ребята, которые в новенькие поприходили, есть там, да, нет. Понимание, зачем эти метки? Понимание нет. Сейчас будет, бля, не ссыте. Будут взрывы, надо будет переходить по частям платформы. Все понятно, спасибо. Павлов, ты красавчик. Доп ЕП, бля. Чтоб все так отвечали, блядь. Сейчас все, все будет. Ну чё, это, не к делам, да? На красавчик. Так, давайте, ребята, разводов право ушли. Сейчас был первый взрыв, сейчас уже кто-то упадет. Неру. Перебежали. Сразу смотрите приблизительно, как бежим. Вопрос, а где Коничева бегает? Ничего, ты где, друг? Ты не стой близко к боссу. У тебя дебаф появляется, ты 7 лет кастишь, короче. Нет, ты наоборот... Не, беги туда, беги на платформу. Сюда, к нам обратно вернись, сюда, квадрат. Потерялся, мало. Ты смотри аккуратнее, лава поднимется, это будет вайп. Ну, с твоей стороны.
Все, готово. Сейчас звездочки готовимся бежать. После этой лавы, да? Угу. Звездочки сейчас. Побежали. Все, уже звездочки. Зашли все в звездочку. Все, все, все. Как взрыв в печеньку, потом взрыв в ромбик. И так бегаешь постоянно после каждого взрыва. Не останавливаешься. Толь бежал. Сука, задел. Бам. Вот наш бессмертный. Я в шоке. Пришел маг и ни разу не упал. Креветка. Посмотри на Памбуса. Ну, умеет рыхать. Ну, мы потом чмырить будем, подождите. Ничего, вон, смотри, бегать как надо. Где ты сдох? А, ну хотя бы пробежал. Сейчас будем спускаться скоро. Ждите. Спустились вниз. Ну, звездочку собрались. Накинули дотки сразу, ребят, есть вот там возможность пока. Ой, упал. Бывает. Я что-то не думал, что он так быстро будет. Ого, я говорю, вот эта метка, короче, не там стоит, где надо. Не, да какие метки? Я прям в войде лежу, если что. Не, я дальше... Ты тоже дальше кружка забежал. Там вот это вот, видишь, где щель такая. Но в щель, получается, забежали. Да, ну... Давай, сразу раз, тебе людей, Гена. Пяткой зацепился. Не надо смотреть. Жесть. Сразу разрасывайте, давайте, не стойте там. Кодекс защитника, две штуки, не красиво. Народ, вот здесь как на пауках. Не бегите в середину комнаты. Вот вдоль стеночки лево идите, и половину этих чертей надо будет бить. А то есть выбрать ботинки-то побежать вокруг всей комнаты, да? Можно меня, пожалуйста, поднять? А, бой идет сейчас. Угу. Время боя нельзя. Да сейчас, инженерное дело. А, бой. Тогда инвиз, не инженерное дело. Мелики, на средних не идите, кастер их убьют. Петов своих уберите. Можно касочки. Давай. Ай, все, обейте весь это. Вы обречены на обучение. Спидраны и хэмы пока что не для нас. Бесплатно вот эту хуйню отдам. Я говорю, надо взять
Блин, не надо тебе говорить это до того, как я пас нажал. Пошел. Если прям никому не надо... Вообще никому. То пускай валяется. А как понять, что она мне нужна? Прочитать, что там на ней написано. Слушай, народ, я вот не понимаю, почему вы не любите экономить время свое и своих детей? Нет. Они